Ну что же вы, царица, ничего не ели? Смотрите, вон какой тут славный вышел пир. Вам неудобно? Вы немного покраснели. Ведь здесь чужой для вас и необычный мир. Ко мне вы прижимаетесь так осторожно. Бросаете влюбленный, мягкий, нежный взгляд. Он манит, но слегка напуган он, тревожный. Немного ваши руки хрупкие дрожат. Молчите вы, но говорить сейчас не нужно. Но и не прячетесь сегодня снова вы в скалу. А я застыл, мне в этой комнате так душно. Лишь пусть горит огонь, сминая всю игру. Я счастлив, тут обычный миг подобен чуду. Настал сейчас тот долгожданный светлый час. И никогда его, поверьте, не забуду. А я смотрю, и взгляд не оторвать от вас.